Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смесного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Phantom Doctrine. Ну что же, у нас с вами сейчас будет операция по налету на пункт управления станции Алмаз в Москве. Там уже с вами провели разведку, но пока у нас еще трое агентов в центре физической подготовки. Мы сейчас с вами их дождемся, когда они туда выйдут. Так, абориген вышла. Курган вышла. И крохобор вышла. Пока давайте на паузу. Может быть, кстати, дождаться здесь информатора. Во. А, это не то, это от сигналов. А вот уже от информатора. Ставим на паузу и давайте штурмовать Москву. Там один противник, это у нас некролог. Терминус пойдет в маскировочку. Само собой. А, так это еще какая-то военная база у нас получается, да? Ну и давайте Кадьяк туда же в маскировку. Чего бы нет. Все доступно, да? У меня два снайпера, три наблюдателя и еще дымовая завеса. Поехали. Окей, начинаем мы отсюда. Понятное дело, здесь и камеры вырубаются, и... Ну, в принципе, и все. Здесь вырубается камера. Хотя здесь тоже вырубается камера, получается, да? А здесь, мне кажется, больше лучшим вариантом, потому что тут вроде как бы никого и нет. Особо, мне кажется. Давайте, наверное, с этой стороны начнем. Теперь посмотрим, с какой стороны будем прозванивать. Здесь, получается, двухэтажное здание. Все равно сам центр мы не сможем посмотреть, потому что... Ни один наблюдатель с этой стороны не сможет глянуть. Здесь, в принципе, окна есть. Здесь, в принципе, окна есть. Здесь тоже есть. Блин, надо бы, получается, четверых наблюдателей. Тогда было бы классно. Ну, давайте, значит, север... А, у нас всего лишь две стороны, блин. Западная и восточная. Я что-то не посмотрел изначально там. Круговой наводчик, тактический наводчик тогда пусть будет. Здесь круговой. Давайте сюда кругового. Сюда снайпера. Сюда снайпера и сюда завесу. А высаживаться будем с этой стороны. Поехали. Perimeter guards are dead. Must have happened just minutes ago. The turncoat beats us to it. There's no point in replacing the cords. If he's still here, I can stop him. Так подожди, мы же с вами поймали крысу тут. Это был этот... Тигун. Нет, или это у нас получается еще одна крыса какая-то? А здесь еще и дверь закрыта. Ну, в принципе, это не особо проблема. А у тебя, кстати, есть... По-моему, у тебя есть перк, правильно? Отключение камер. Я тебе вроде прокачивал. То есть, по идее, должны камеры все вырубиться. Давай тогда тебе втыкаем усиление. У нас еще здесь есть, получается... Агент. Один. А, так это лазеры. Это не камеры, это лазеры. Это не камеры, это лазеры. Блин, а камера, получается, вырубается здесь, с этой стороны. Блин, он тут всех перестрелял. Он реально всех убил. Значит, здесь будет полная засада, друзья. А, где термин? Мне нужен термин. Втыкай тоже свое усиление и... Здесь, кстати, надо будет собирать вещи и документы. Да, 5 вещей и 3 документа. 3 хода сюда.
Не, ну агента здесь есть, значит, надо будет его уничтожить. И, возможно, перед тем, как что-то искать в серверной, надо будет всех друг к дружке притащить. Так, и тут уже вижу документ. В принципе, можем так вот пройти. Давай, механик. Всем втыкаем усиление, чтобы они дальше бегали. Два хода. Ну, хотя бы проход не закрываешь, уже плюс. Why are we here again? Веснушка. Не, ну явно здесь будет засада. Уже сплошные трупы. Значит, что-то нехорошее явно здесь будет. Так, два хода сюда. У Индика, кстати, четыре хода. Вообще красавица. Молодец, она мне нравится. Как вот мы ей прокачали? Я уже не помню, какие там у нее средства были, какие мы вкалывали ей. Так, может быть, пойти в подмогу Термину? Мало ли. Оба-на. Кого-то мы здесь засекли. Понял. Индиго, наверное. Сейчас мы ей тоже воткнем усиление. Два хода сюда. Но у нее получается, они хоть и четыре, но они короткие. То есть тоже есть свои минусы в этом плане. Противник-то здесь есть. Кадьяк. It's an awfully big goddamn coincidence that Beholder showed up the same time as us. We killed Undertow, mate. You're just paranoid. Sure. Мне, кстати, писали в комментариях о том, что, скорее всего, Омикрон и есть крыса. Настоящая крыса. И, возможно, он просто этого тягуна подставил. А ты кто? Советский милиционер? А чё ты здесь... У тебя тут трупы валяются, а он здесь лазит, ты прикинь? А ты здесь один, чувак? Если один, то я тебя грохну. Я вот так вот сейчас выйду, посмотрю. Ну да, вроде он один. А если он один, значит, что надо делать? Правильно, убивать. Можно, конечно, и так, но я думаю, что он его не убьет, поэтому лучше перестрахуюсь. Что здесь делает мент? Мне непонятно. Так, ну смотри, она спокойно сюда доходит, избавляет... Вернее, она. О, он, механик. Механик спокойно доходит, избавляется от тела. Явно кто-то здесь, получается, лазит, да? Или кто-то лазит на крыше. Вернее, по второму этажу. Скорее всего, кто-то по второму этажу, потому что первый этаж-то вроде как смотрели, никого не было. Но сначала мы идем по первому. Тут уж как ни крути, надо вырубить камеры. Два хода давай сюда. Да, коридорчики пустые, смотри. А, до камер, к сожалению, не доходит. Ну ладно. Waiting on you. Веснушка. Здесь вообще есть что полезно? Вообще есть. Но тут камеры пока. Пока это не наш вариант, но... А, здесь тоже камера. Так, подожди, ты же на запретной территории, правильно? Правильно, значит, меня здесь спалят. А почему нет значка камер, что меня тут палят?
Странненько, ну да ладненько. Давай сюда. Я тогда их всех буду тащить через один кабинет. Fuck, it's the fucking boss. Вот ты еще не тут матюгальник матюгается. Давай сюда. А, так у тебя еще целый ход. А, вон он где лазит. Вон он где лазит, оказывается. Странно, да? Тут и военный солдат валяется, блин. Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди. Подожди. Где мои наблюдатели? Вот, как раз прям вот его область сейчас засветим. Если все нормально, сработает снайпер. Чё бы нет. Потом избавимся от тела. Ну да, никого нет, все прекрасно. Мы потом можем сюда пойти. Здесь везде солдаты. То есть менты почему-то тут лазят. Но это, скорее всего, подкупные заразы. Допустим, ну и пока все. Индиго, скорее всего, за свои 4 хода туда как раз пойдет. Избавиться от тела. Такс. Wizard here. Something occurred to me just now. What if Undertow eaten a person? You think it's a recording device? Aren't you scanning the HQ for this kind of shit? If the bug is embedded in a computer or a device of some sort, we wouldn't be able to detect it. We have hundreds of those, Wizard. I know. I'll let you know if I come up with something. Давай, думай быстрее, чувак. Так, смотри варианты, значит. Там пока отрубает камера, и эти двое у нас по первому этажу побегают, пособирают все предметы. Давай пока на второй этаж. Здесь, кстати, тут кто-нибудь есть? Ну-ка, давай посмотрим. А, я тут уже не смогу посмотреть. Ах, жалко. Жалко-то как. А, нет, почему? Это же снайпер был. О, давай. Проверка. Никого нет. Так, Кадьяк, втыкай себе усиление, опять же. Два хода прошло, значит, втыкаем опять всем усилением. Давай пока в серверную не пойдем. Давай пока сюда пойдем. Десантники могут выстрелить несколько раз за ход и получают меньше урона от дозорных. Дробовики вредители не наносят серьезного урона бронированным бойцам, но их коррозийные гранаты разъедают броню. Так, чувак идет сюда. И, конечно же, он спалит, если я вырублю. Магнат, вражеский агент. Ага. Слишком много. Значит, что? Правильно, надо будет здесь закрывать. Штурмовать, получается, надо будет. Штурмовать. То есть двое с этой стороны пойдут. Двое с той. Механик. Эх.
Хотя посмотрим. Need me? Термин. Отрубаешь камеры. Допустим. Здесь есть что-то полезное? Нет, надо посмотреть, вдруг тут кто-нибудь есть. Ну, здесь никого нет, это уже плюс. У тебя еще, в принципе, ход остался. Why are we here again? Веснушка. Либо ее сюда тащить, с этой стороны. Но тут есть в коридоре то ли агент, то ли боец. Кто-то здесь точно есть. Давай попробуем посмотреть. Нет, это не тот. Во. Да куда же ты, ну? Да, здесь, получается, есть... Да какая атака? Чё ты не можешь посмотреть, что ли? Странно. Ну ладно, в общем, получается, здесь есть еще один агент. Здесь два агента, который лазит туда-сюда. Это не страшно, его можно потом вырубить. Да и все. 118, а у Веснушки 129. Тогда Веснушку тащим все-таки сюда. Опять же, втыкаем ей усиление. Индиго, скорее всего, сейчас избавится от того мента. Пони. Пони забирает вещи. Угу. Так, здесь вход-то есть? А, нет. Вот здесь нет, блин. Вход только либо отсюда, либо отсюда. Так, втыкаем ему усиление и пошел на выход. Допустим. Ну что, доходит, в принципе, три хода. Пока дополнительных никаких задач нет. Может быть, их и не будет. Ну, блин, здесь есть документ, опять же. Сюда она пройдет, сюда, в принципе, тоже пройдет. Давай тогда сюда пойдешь у нас. Здесь вроде ничего полезного я не вижу. Так что пока заканчиваем ход. Ага, и там кто-то лазит. Wizard? Yeah? How about the marquee device? Way ahead of you. God damn it. You told me you had it figured out. You told me you want it plugged in ASAP. Enough. You two can pick her when this is done. Серьезно? Он выходит сюда? Десантник. Слышь? Десантура. Так, у тебя усиление стоит уже, правильно? Правильно. Агент стоит, но тут еще двое. Блин, серьезно? Thank you.
Так-с. Надо думать. Этот выходит сюда. Что, если я механика просто сюда вот вытащу на улицу, а Кадьяк встанет вот здесь и закроет дверь? По идее, тогда смогу его спокойно грохнуть. Но мне главное агенты. А с другой стороны, если бойцы здесь стоят, мешают, я не могу пройти, то какие тут нафиг агенты? Плюс еще где-то кто-то здесь лазит. А, Кадьяк уже не дойдет. Тогда Кадьяк встанет вот сюда у нас. Допустим. Механик закрывает дверь. Выходит вот сюда. Все, стоит здесь. Термин. Ну, здесь я все собрал. Значит, надо идти сюда, смотреть, что с этой стороны. Здесь вроде бы ничего я не вижу. Вот здесь, по-моему, что-то было у нас. Хотя тоже ничего не вижу. Ладно, давай пока сюда. Здесь пусто. Веснушка. Кстати, а где тут агент-то? А чё, его уже не видно, что ли? Он чё, пёс заныкался? Или он сюда зашел? Так, это не тот. Снайпер получается бесполезный, если только снаружи кого-то убивать. То да, а так... Вот он. А если начнет двигаться агент... Но он идет пока сюда. Может быть, я лучше поближе подведу? Блин, не нравится мне это. Три хода все это дело займет. Ну, в общем, смотрим, пробуем. Если что, то тогда, конечно же, я... Лучше переиграть этот момент. Хотя не хотелось бы. Потому что все-таки надеюсь на то, что агент не пойдет. Fuck off, блин. Ну, до второго этажа ты у нас не доходишь. Два хода вот сюда. Блин, вот целые два хода тратить вот сюда вот. Это неразумно. Ой, как интересно мы, получается, тут встали. А он никуда не идет. Это еще, получается, один агент. Тагал. Здесь очень много агентов. Здесь очень реально много агентов. Но он стоит. Вроде бы он стоит. Может быть, пока тогда его не трогать. Либо все-таки я смогу выйти. И если что, понаблюдать за ним. Потому что мне надо с этой стороны заходить. А с этой стороны пока некого отправлять. А, не видишь ты его. Класс. Индиго. Ну, Индиго идет сюда, потому что надо будет забрать здесь документ. В окошке вроде пусто. Так, два из трех собрали.
Здесь уже вряд ли что-то будет полезное. Да, значит, будем заходить уже конкретно в дом. Блин, надеюсь, палева не будет. Фух, пронесло-то как. Палева нет. Допустим. Блин, а мне же надо, чтобы Веснушка, получается, оказала помощь. Стабилизация. Затем подняла агента. А, стоп. Подняла агента. Сначала давай воткнем усиление. Так, куда бы избавиться от тела? Ну, хотя бы немножечко мы уже скрываемся, это уже плюс. Fuck, it's a fucking boss. Да хорош фаскать. Пока туда стой на месте. Кадьяк. Кадьяк. Блин, на целый ход тратить вот сюда. Либо уже к агенту подходить. Но самое главное — избавиться от агента. Давай пока... Термин, ты у нас здесь. Втыкаем тебе усиление. Тогда пока документ у нас подождет. Если что, его заберет Индиго, у него 4 хода. А вот... Подобраться к агенту и вырубить его, это было бы классно. Я, наверное, подожду еще ходик. Да, агента пока никто вырубить не сможет. Подождать придется механик. Ах ты пес, он выходит на улицу. Блин, у него здоровье 110. Так, ну тебе я втыкать ничего не буду, я сейчас тебе сюда заныкаю. Хорошо, он тогда выходит, мы тогда тоже подойдем поближе сюда. Заныкаемся здесь, механик стоит на месте. Надо его просто решить кадьяком, либо тут забирать вещи. Кстати, чё бы нет, давай забери. Отлично. Я вот не помню, еще один боец, он у нас с какой стороны? Вроде как здесь, получается, больше никого нет. Здесь два бойца и один агент. Агента вырубать будет у нас кадьяк, потому что это, в принципе, он не палит. Этот выходит сюда наружу, его, если что, вырубит механик. Здесь термин вырубает еще одного агента. Ну, вот, в принципе, пока нормально. Механик стоит, пони стоит, ждет, Индиго. Подожди, а пони? Может быть, пони как-то подвести поближе? Не знаю, вот три хода, допустим, вот сюда. Чё он будет просто так стоять-то, правильно? Блин, так палево, чувак. А где тут у тебя два хода заканчивается? Во, давай два хода вот сюда. Вот, это же другой разговор. Ну и, в принципе, можем подвести, получается, туда поближе. А тут ничего полезного больше нет. А, только здесь, получается, есть вещи, и, в принципе, и все. Окей. Who is that? Индиго. Индиго все сделала, все молодец. Идет сюда, поэтому... Такая мне усиление. Чтобы понять, где будет эвакуация, куда тащить мне этих агентов, в какой кабинет, может быть, сюда притащить.
Или вообще их бросить вот тут прям в коридорчике, чего бы нет-то. Ну давай, значит, три хода прям сюда. А можно как-нибудь вот тут до... Почему два хода сюда, блин? Я не понимаю, почему ты не можешь вылезти через ход в окно? Чё за бред? Вот что за бред? Почему ты так не можешь вылезти, как мне надо? Мать, ну ты меня бесишь, серьезно. Ну два хода тратить на что? На что, блин? Уже везде по три, да? Ну, допустим, сюда два. Ну и сюда два, да? Куда же деваться-то? Здесь все равно ничего нет. У нас только, по-моему, здесь что-то было полезное. А, здесь тоже ничего полезного нет. Здесь только можно будет посмотреть, лазит тут кто-нибудь или нет. Вот и все. Пока, в принципе, заканчиваем ход. Так, этот... Ох ты! Он идет обратно, но он не доходит. Ну что, попробуем работать. Один ход сюда. Блин, да здрасте, мордасти. Вот я же говорю, где-то лазит у нас боец, блин. Где-то боец лазит. Мне, получается, придется ныкаться. Потому что не смогу я здесь вырубить. Блин, придется уйти. Тут лазит же, я помню, что тут лазит один агент, блин. Вернее, боец. Их тут трое было. Вот, пожалуйста, тебе трое. Механик пока тоже стоит, ему деваться некуда. Термин. Ну вот, блин, либо идти уже вырубать его, да? Тогда... пофигу, пошли вырубать, потому что мы тут столько времени уже на него потратили. А может быть, пони сможет вырубить? Заход, кстати, почему бы и нет. 119, у пони 129. Нормально. Замечательно. Так, ну и забираешь тогда, получается, вещи. 5 из 5... И один документ у нас, получается, здесь в компьютере остался. Термин тогда оказывает помощь. Допустим. Веснушка. Ну вот веснушке тогда придется, получается, идти сюда и здесь бросать тело. Потому что иначе он тут, мне кажется, сможет... Агент, если пойдет, он пойдет именно вот сюда проверять. Мы же здесь где-то вырубали мента. А, нет, мы там, мы его здесь вот вырубали. Так что, возможно, он даже сюда не сможет подойти. Ну ладно, в общем, пока сюда. По-любому ей надо будет отойти. Почему нельзя выбрать, куда конкретно положить агента? Блин, вот это было бы удобнее, если честно. Закрой дверь пока. Так, с Индиго. Ну, здесь смысла никакого нет лазить, правильно? Сюда ты не доходишь. Ладно, давай иди сюда.
Если даже начнется паника, то в принципе мои агенты вроде сейчас пока все заныканные. Пока тогда все. Тут еще кто-то лазит. Это попозже мы разберемся. Попозже. Поехали. Нет, ты смотри, до сих пор не палево. Это хорошо, но... Этот здесь лазит, это неудобно. Самое, наверное, тяжело, это будет этого агента вырубать. Хотя нет, если здесь кто-то будет, допустим, та же самая Веснушка. Мне кажется, у нее хватит ходов, чтобы забрать тело и смыться отсюда. Но опять же, пока я не могу вырубить. Пока не могу, пока стоишь на месте. Механик. Механик. Так, втыкай себе усиление. Надо бы, чтобы ты дошел до двери, посмотрел, где он, и вырубил его. Вот, как раз один ход. Прекрасно. Замечательно. Ну, либо стреляешь. Хотя нет, 110. Явно ты его не убьешь. 118, в принципе. Блин, ну не знаю, рисковать. Не, наверное, я не буду рисковать, потому что, в принципе, я смогу его спокойно вырубить. Дальность перемещения повышена. 3000 опыта. Хорошо, но... Тогда мне пока сюда и куда идти там? Давай пока сюда лучше и дверь закроешь. Да куда же ты? Подожди, механик. Дверь закрой. Термин. Втыкаю усиление. Я тогда пони дам агента вражеского. Пусть он его тащит. Термин тогда бегом идет сюда. Веснушка. If you really think so, Вот я вот не знаю по поводу того, как у нас сейчас будет действовать вражеский агент. Пойдет ли он куда-нибудь? Пойдет ли он сюда? Блин, а сюда не хватает ходов заныкаться. 3 хода здесь. Ни туда, ни сюда не заныкаешься, блин. Мне кажется, сейчас будет палево. Вот сейчас конкретно будет палево. Может, тогда я Веснушку не буду особо тут далеко уводить. Блин, ну а если она вниз пойдет? А если не пойдет, тогда мне надо будет быстрее действовать. Тоже, как говорится, палка о двух концах, да? Ну давай тогда сюда, вот 3 хода как раз. Ты покинешь территорию. Пони. Нет, пока давай Индиго, скорее всего. Индиго либо сюда тащить. 4 хода. Сюда она не заныкается за 4 хода. Либо вот сюда получается. Пока 4 хода. А, ты не видишь, да? Ну давай, значит, тебе тоже втыкаем усиление. Хорош ругаться, ты слышишь? Тут такой важный ответственный момент, а ты ругаешься.
Сможешь его поднять? Блин, два хода на этом, прикинь. Ладно, пофигу. Блин, ну надеюсь, тут всего будет три агента. Это максимум. Кодиак пока стоит, Кодиак пока никуда не идет. Это все, что он может пока сейчас сделать. Пока, да, пока пропускаем ход. Ну вот, как чувствовал, да? Как так? Как так? Подожди, она получается вообще не палит, что ли, когда идет? Серьезно? Офигительно. Так, пока стой, Кодиак. Она, получается, идет сюда проверять, что ли, этого агента? Или куда она идет его проверять? Почему она его не спалила? Она прям вот так вот прошла и реально не спалила, блин. Так, ладно, пока механик. Допустим. Возвращаешься обратно. Допустим. Может быть, на всякий случай его и убрать отсюда? Вдруг она прям сюда выйдет. Термин. Термина, кстати, можно будет сюда. Он окажет помощь. Но не сможет утащить. Вот в чем вопрос. Ну, агент здесь лазит, агент здесь стоит. Пока как быть с термином, я не очень понимаю. Может быть, тогда его сюда вот вывести? Заодно посмотрим, кто у нас там лазит. Так, ну это обычный боец, нападающий Горгон. И, в принципе, тут больше никого нет. Он тупо только здесь ходит, лазит это по барабану. Заныкался, хорошо. У тебя усиление не надо, пока воткнуто. Веснушка. Ну вот, как я и предполагал, да, получается, она уже начинает ходить. Ладно, это не страшно, в принципе. Давай сюда. До того агента, к сожалению, вернее, до бойца до того она не доходит, который здесь стоит, поэтому придется немножко подождать. Пони. Ну, пони тогда тащим вот сюда, чтобы он дошел до этого места и избавился. Вернее, не избавился, а положил двух агентов в кучку. Сейчас третьего еще возьмем. Затем избавляемся от всей охраны и, соответственно, получаем коды. Индиго. Вот с Индиго тоже вопрос, конечно, на миллион. Сюда это, конечно, будет палево. Вот так, кстати, будет не палево, потому что никого там пока еще нет. Но агент сможет идти. Это минус. Может, пока туда оставить? Давай пока я оставлю, поехали дальше. Посмотрим, как у нас пойдет с вами вражеский агент. Оба-на! Прям к Индиго в гости. Замечательно. В общем, тогда получается... Кодиак становится вот здесь. Вырубаешь. Получаешь опыт. Механик. Кстати, механик сможет вырубить ее, почему бы и нет. Я сейчас тебе еще дальность воткну, может, еще лучше походишь. За два хода, допустим, сюда нет. Да, два хода, получается, вот здесь. А у тебя нет отмычек, правильно? Правильно.
Ну, в принципе, это не страшно. Давай сюда. 137 здоровья, нормально. Неплохо. Термин. Блин, а ты можешь его убить? Сколько у него там здоровья? 105? Не, не сможет. К сожалению, но не сможет. Неплохо. Ну и заберет документы здесь. Все, 3 из 3. Осталось только избавиться еще от одного бойца. А, блин, вот пес. Если бы он здесь бы лазил, было бы удобно, да? Кадьяк. Но ты не видишь его. Цель в недосягаемости. А у тебя еще есть ход? А, так у тебя ход есть. Слушай. Ну-ка, 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 ну-ка. А что требуется? От тела потом избавимся. Подожди, 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 механик. Во! Весунушка работает. Really so. Замечательно. Так, здесь с вами разобрались. Ты избавляешься от тела. Сюда сразу подойди, чтобы ход не тратить. Пони. Хорош ругаться, пони, ты уже достал. Брось агента. Допустим. Втыкаешь себе усиление. Ну и надо тащить всех наверх. Потом уже будет видно, куда дальше идти. Сюда еще третьего запихнем агента. Индика как раз оказывает помощь. Are you sure? Поднимай тогда агента. И тащи тогда его туда же. Блин, ну вроде бы я от всех избавился. Здесь больше уже никого не осталось. Не, веснушка пока стоит, она мне нужна, чтобы она избавилась от тела. Поехали пока. Да, все прекрасно. Так, избавиться от тела. Вот, от того, от которого надо. Молодец. Кадьяк, молодец. Эх, сюда, к сожалению, не доходит, да? Но от тела ты уже избавиться не сможешь, Кадьяк. А вот так неплохо, в принципе, доходишь. Но пока делать ничего, опять же, не будем. Механик. У тебя усиление пока есть. Давай наверх к мужикам. Сюда. Блин, а надо было тебе дать задание избавиться от тела. Хотя вот... Плохо.
интересно, что будет дальше. Термин. Ну, термин тогда пока стоит на месте. Его девать... Куда его девать-то? Если только вот сюда вот заныкать. Веснушка. Ну, в принципе, можно будет уже сейчас под конец и действовать, наверное, да? If you really think so. Как раз вот сюда доходишь за три хода. Пони пока не дойдет, но он, в принципе, сможет залезть на второй этаж. Пока у него усиление воткнуто. Единственное, только получается у нас Индиго с телом, да? Усиление у тебя пока есть. Давай сюда за три хода. Мне просто интересно, где будет эвакуация. Надеюсь, тут, где вражеские агенты валяются. Если так, это было бы классно. Так, опускай. Вот, остался еще у нее ход целый. Ну, это просто, чтобы выйти хотя бы из кабинета. О! Нормально, в принципе. Термин. Остался только термин. У него еще целых два хода. Ну, давай вот сюда вот, пусть на два хода идет. В принципе, все, Кодиак. Получаешь коды, смотрим, что будет дальше. The memory is wiped clean. They took everything. Impossible. Without proper authorization codes, decrypting this system would take years. And yet, they did it. Most have people even higher up than we thought. А, и все, что ли? Не-не-не-не. Во. Extraction order confirmed. Окей. Блин, все-таки получается, мы зря что-то делали, да? Усиление у тебя пока есть. Прекрасно. Значит, спокойно сваливаешь вот сюда. Обидненько. Но хотя бы есть три агента, которых мы будем допрашивать. Кстати, попробовать надо будет поставить им маячки. Вот что еще самое интересненькое. Механик. Втыкаем ему усиление. И тоже сюда же. Вроде бы от всех тел я избавился, никого я тут не оставил. Если оставил, то пофигу. Hi. Термин. Ну, в принципе, не спалились, это уже хорошо. Если честно, вот когда тот агент пошел прямо на моего, я думал, ну все, палево. Но я так и, честно, не понял. То ли обзора у него не хватило, получается. Веснушка. Веснушки пока есть. Усиление. Ну, Индиго далеко не отошла, так что Индиго придется брать агента. И идти сразу на место эвакуации. Пони. Втыкаем ему усиление. О, отлично. Hurry up. They'll be here any minute now. Индиго. Втыкаешь усиление, хотя смысла никакого в этом не вижу, ну да ладно. Открываешь дверь. За один ход становишься вот сюда. Поднимаешь агента. О, все правильно. Ну и покидаешь территорию. Ты у нас самая первая на эвакуации. Так, ну и... А, ходов не хватает. Ладно.
Интересно, деятельность противника, кто еще тут остался? Может быть, какой-то еще, не знаю, мент тут ходит где-нибудь вот здесь вот. Кстати говоря, возможно, да, где-то тут лазит мент, но я его что-то не вижу. Да и пофигу, в принципе. Главное, что мы справились с поставленной задачей. 3 хода, блин, ты заблокируешь мне проход. Иди тогда сюда. А, не хватает ходов, ну отлично. Механик. Тогда механик тоже сюда пойдет на 3 хода, а все остальные на эвакуацию. Так, не доходишь. Блин, ты тогда так заблокируешь проход. Давай тогда Индиго. Теперь термин. Дальше веснушка. Get off my back, asshole. Бля, какой же пони матершинник. Фу, таким быть. Так, у тебя что, еще целый ход? Sneak up on me like that. Кадьяк. Блин, ну Кадьяку пока придется подождать, потому что ему заблокировали как раз проход. Заблокировал ему проход механик. Блин, 2 хода получается. Мы блокируем сейчас термин. Но термин уже на выходе. Веснушка тоже на выходе. Ну да, остались 2. Механик и Кадьяк. Не, подожди. Пока механик. Механик как раз покидает область. Кадьяк, считай, следом за ним. Так, но у меня нет места в лаборатории МК Ультра как раз до 3. Это плохо. А деньжат вроде должно хватить, чтобы 2 можно было допросить. Так, механик. Не экой, а иди. Так, ну все в зоне. Эвакуируемся. Получено достижение верхушка айсберга. Обнаружена ячейка заговора в Чикаго. Новость секретное досье призыв Вальхалы. Новый потенциальный агент Креда. Куча вещей. И еще 3 мы с вами захватили агентов вражеских. Кстати, которых еще даже и не допрашивали. Новые перки, новое обучение, новые перки. Окей. Project Iceberg is almost ready. You're running out of time.
Take out the attached target to slow Beholder down. Cardinal out. No code name, just Evelyn Pocock in a Hoboken address. Yeah, I don't like that one bit. She looks like a civilian. Want me to do a background check? Well, that's the least we can do. Установите наблюдение по адресу Поукок в Нью-Йорке. Это надо будет что? И еще одно послание кардинала, и как обычно, кассета. Она окрашена в красный. Кардинал все еще изменяет голос с помощью устройства. Ух ты! В Нью-Йорке, в Чикаго. Ячейка. Так, ну сюда надо будет уже отправлять агентов. Проникновение в ячейку. Раз и два. Хотя нет. Вот так вот, да? Здесь наблюдение за ячейкой аж четверых агентов. Охренеть. Дальше. Сюда двоих. Окей. И сюда двоих. Окей. Вот это вот да. Вот это вот да. Ладно, всех агентов отправили. Продолжим с вами в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.